пью примерно 20 миллилитров, 30 где-то истратил на двухкомнатную квартиру. Литра полтора видел, промыл, уже в обработке сырочки. Полтора литра на двухкомнатную не хватит. Обратите внимание, как вода стекла. Это waterproof пропиточка, практически сухая сетка. Около диванов все розетки надо обрабатывать. Если с клопами боремся, обязательно в розетках 100% сидят. Немножко это чё их там держит, что ли, что-то кто-то клопы, что ли, держит. Вот эту верхнюю крышку снимаю. Чё за фигня, как будто кто-то затягивает ее туда. Я в шоке просто, первый раз вижу такую розетку. А вот эти усики. Усики, наверное, мешают. А, вон они. Все. Щелочка появилась. Химия туда попадет. Верхний плинтус то же самое. Черные точки вижу. Но только с разрешением клиента, конечно. Мы согласовали. О, клуб сидит. Тут еще черные точки вижу. То есть стенки не надо. Под подоконником часто бывает сидит. В трусах. Нет, в трусах не сидят, конечно. Время обработки придется так удержать. Тоже такое потенциальное место. Ну и диван тщательно раскидаем.